И последняя запись в нашем дневнике о танцевальных ритмах Латинской Америки в концертном зале имени Чайковского. Минувшим вечером там выступили камерный оркестр России под управлением Константина Орбеляна и ансамбль традиционной музыки «Амбер» – «Янтарь». Уже за кулисами музыканты отплясывали под латиноамериканские мелодии. В составе ансамбля «Амбер» – 4 колумбийских и 1 русский музыкант. Парадоксально, но именно Александр Рождественский, российский скрипач, побывавший во многих странах Латинской Америки, влюбленный в них и в их музыку, объединил этих музыкантов в коллектив. С оркестром Константина Орбеляна они выступили впервые. Кстати, аранжировки для этого концерта делал первый гитарист ансамбля «Амбер» Хоакин Рианьо. А вся программа была составлена как путешествие по континенту. Оно началось в Колумбии и через Венесуэлу и Бразилию привело на Кубу.